Это простое слово, высокая оценка. Это результат деятельности, конечно же, всех служб администрации, управления здравоохранения, управления санаторно-курортного комплекса, образования, ГУЧС, которые ежедневно в летний период, начиная практически с весны, начинаются мероприятия, проводится комплекс организационных санитарно-профилактических мероприятий, чтобы все люди, которые приезжают, отдыхающие, детство приезжают нам с 42 регионов детвора, были здоровы, находясь у нас на отдыхе. А если случаются заболевания, чтобы все проводились комплекс мероприятий, необходимый противоэпидемический.